Вот. И при этом молодость все еще при нем. Смотрим. Схватка начинается. Спортсмены борются за захват. Посмотрим, кто будет первый уходить вниз. Адам берет захват, и, скорее всего, он сейчас будет пулгарда, да? Адам запулил хавгард. Ставит фреймы руками, держит мишилд, чтобы не позволить сопернику пройти свой гард и сложить коленки вместе. Вот, и отсюда, я думаю, Адам уже будет искать возможность выйти на свип. А, смотрите, Горбунов Дмитрий выходит очень быстро, выходит на рычаг колена, пробует. Но спортсмены выкатились за пределы ковра, и поэтому схватка продолжится в центре. Два балла получил Адам Богданов за свип, так как Дмитрий Горбунов пошел на ногу, будучи в позиции сверху, остался снизу. Адам пулит второй раз гард. Держит не шилд. Я думаю, что Дмитрий понимает, что позиционно у него не так много шансов победить, поэтому будет искать выход на прием, скорее всего, опять на болевой на ногу. Главное, руку одну контролируй, пойдет. Сорви отворот еще. Двумя руками отворот сорви. Адам переходит сам, сейчас выходит на рычаг колена. Но Дмитрий хорошо защищается, и в результате остается сверху. Работай, не жди. Нормально, Адам, идет. 3-0. Эдвентедж получил Адам Богданов. Мне кажется, что когда синие пояса выходят бороться против черных поясов, конечно, они должны рисковать. Вот сейчас Дмитрий сделал очень хорошую попытку гарда. Левой рукой блокирует таз партнера. Вот, близок. Но Адам цепляет хавгард. Хавгард, как мы знаем, это панацея от всех проходов гарда. Опять щит коленом Адама. Жесткий фрейм правой рукой. Дмитрий его срывает. Но Дмитрий, мне кажется, не собирается работать позиционно, будет искать прием. Адам заправляет пока так называемое шеллоу ласса, когда нога заправлена, стопа не глубоко. Она находится не под лопаткой, а находится в районе подмышки соперника. Но Дмитрий тут же ищет возможность перейти на ахилл. Дмитрий проводит ахилл животом вниз. О! И Дмитрий делает. Сейчас смотрим. Идет разбирательство. Был ли, по-моему, не риппинг или нет. Он должен или до остановить схватку, или после. Это по детям. Сейчас судья примет решение. Да, дисквалификацию получает спортсмен из клуба Icon, и в результате Адам проходит следующий круг.